Телефоны для пожилых людей. Рекомендуемые модели 2016 года. Выбор обычного мобильного телефона или смартфона является большой проблемой. А что, если вы собираетесь купить телефон для пожилых людей? В этом случае решение еще сложнее, потому что недостаточно того, что вы должны предположить функциональность устройства. Кроме того, вы должны помнить об особом упрощении процедур для пожилых людей. Не секрет, что одним из главных качеств, которые вы ищете при покупке любой вещи, является ее цена. Она ничем не отличается в случае мобильного телефона для пожилых людей. По этой причине можно рассмотреть покупку телефона MyPhone. Набор имеет удобную док-станцию, благодаря которой для того, чтобы зарядить устройство аккумулятора, не нужно подключать ее к кабелю. Устройство представляет собой легкий телефон с большими, удобными и легкими для чтения кнопками. Существует также текущая кнопка SOS, которая при программировании позволяет быстро обратиться за помощью. Цветной экран телефона MyPhone составляет 1,77 дюйма, так что никто не должен иметь проблем при чтении. Стоит отметить, что телефон также имеет FM-радио. Итак, рассмотрим следующий телефон – Alcatel OneTouch 2004G. Другим телефоном, разработанным для пожилых людей, является продукт модели Alcatel OneTouch 2004G. В этом оборудовании особое внимание уделяется большому цветному дисплею, диагональ которого достигает 2,4 дюйма. Телефон имеет большие разборчивые кнопки и программируемые кнопки SOS. Есть FM-радио. Обращает на себя внимание функция светодиодного фонарика, который в кризисной ситуации может скрасить быт самым простым способом в темноте. Итак, рассмотрим следующий телефон. Overmax Vertis 2210 Easy. Если вы подыскиваете телефон для своих пожилых родителей, вас может заинтересовать аппарат фирмы Overmax, а именно модель Vertis 2210 Easy. Телефон имеет большой, цветной, 2,2-дюймовый экран, FM-радио, большие яркие кнопки, а также, как упоминалось дважды, кнопку SOS. Производитель может похвастаться, что телефон оснащен специальной операционной системой Nucleus OS. Она предназначена для использования пожилыми людьми. Важной особенностью является наличие камеры, которая позволяет снимать видео и делать снимки. Полезной может быть функция увеличительного стекла. И последний у нас телефон на нашем обзоре – это Maxcom MM819. А как насчет раскладушки? Если такое устройство вы хотите приобрести, то абсолютно должны быть заинтересованы в модели Maxcom MM819. Этот открывающийся телефон имеет большой 2-дюймовый цветной экран, очень большие с подсветкой клавиши, FM-радио, тревожную кнопку SOS. Удерживая нажатой кнопку, телефон отображает контакты и информацию о пользователе телефона. Maxcom MM819 продается в трех цветах, но набор предлагается без док-станции.